Печатные издания все еще ценятся и находятся в почете у граждан. В Якутии завершилась декада подписчика. В течение 10 дней каждый желающий мог подписаться на республиканские и федеральные газеты с 10% скидкой. Каковы итоги декады в Мирнинском районе, расскажет Августа Степанова. За 10 дней в почтовых отделениях региона было выписано 5500 экземпляров газет и журналов. В рейтинге наиболее популярных изданий оказались 6 газет. Лидирует в списке «Забота Арчи». Тиражи у нас как никогда выросли в этом году, и это очень радует. Около 5000 мирнинцев и линчан еженедельно берут в руки свежий номер Кыма. Из них половина получают газету только по подписке. Кым мы уже вот в Мирный переехали, это уже 20 с лишним лет, мы уже постоянно выписываем его. Среди центральных изданий наибольшее число подписчиков собрали газеты «Здоровый образ жизни», «Аргументы и факты» и «Тысячи советов». План по подписке выполнен. Доход получен в сумме 5,5 миллионов рублей. Из них почти 2 в Ленском районе. На разные вообще. Для детей выписывают. Тут сейчас, допустим, женщина выписывает для девочек. 1000 советов, ЗОЖ, Мирнинский рабочий, все-таки хоть и дорого, все равно выписывают. Самые читающие люди живут в Чернышевском. Здесь на протяжении нескольких лет число подписчиков остается примерно одинаковым. На втором месте айхальцы и удачницы. Есть мнение, что якобы все студенты в основном сидят в интернете. Но я, например, так не люблю делать. Мне очень интересно вот именно листать газеты, бумагу, видеть буквы напечатанными. Декада подписчика – прекрасная возможность сохранить нынешних, а также обрести новых читателей. Льготная акция завершилась, но подписка на печатные издания все еще продолжается. Августа Степанова, Илья Засухин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».